Ну, у меня на Минте несколько по-другому. Подожди, давай ненужные окошечки посворачиваем. И вот это вот окошечко сверни тоже. Вот. Значит, ну, у меня, в принципе, в Минте чуть-чуть другой внешний вид, но, как говорится, по барабане. Вот я смотрю, ты поставил вот это вот, что ли? А какую комбинацию клавиш назначил? F12 просто у меня на клавиатуре ноутбука F12 это прибавить, F11 убавить. А где F11? Я здесь у тебя не вижу. А, вниз. Вот, вниз, вот А, он. вижу, вижу. Значит, что ты для этого сделал? Я зашел в настройки клавиатуры. Так. Собственно, сейчас покажу. Вот. Так, настройки. Здесь клавиатура. И вот мы попали сюда. Да, и попали сюда. И пошли на комбинацию клавиш. А теперь Да. ты, допустим, клавишу там добавлял. Попали, да. И что И ты... вот, собственно, вот здесь я вот то, что я вам показывал, вот я вот эти вот команды копировал. Ага. Так. Переходи снова, значит, ну, понятно. То есть ты слово мастер оставил. Да. Так. Я полностью всю команду переписал. Вот, допустим. А где ты назначал тогда клавишу F11 А, или F12? сейчас я покажу. Сейчас я это удалю. И это удалю. Собственно, вот плюс на прибавление. Команду вставлял, и вот командная комбинация. Наберите комбинацию клавиш, которую вы хотите использовать для команды, а миксер никогда. И вставлял F12. И все, вот А она, где ты F12. набрал-то? Тут же только было сообщение, а не какого окошечка, куда было F12 вставить-то? Так было, вот, смотрите. На вниз. Нет, я команду-то как раз понял. Вот вставляй. Да. А теперь, а где ты вставил, что это F12 там или F11? Куда ты вставил название Вот. клавиш? Окей. И вот командная комбинация. И нужно нажать любую клавишу, которую хотите назначить. А, Вот то есть вот в клавиши данный любые, момент которые ты, хотите. вот когда вот это окошечко выскочил, Да. Когда это ты окошечко нажал выскочило. F12 там и Да. нажал на что, на отменить что ли? Нет. Вот я F11 нажал, и оно автоматически А, и убавилось. исчезло, да? Да. Ну, И все мы тоже понятно. появились. Ну, и теперь давай-ка, так сказать, людям покажем, как оно все работает. Открой какой-нибудь ролик и давай посмотрим. Так. Любой, Ну, вон, окей. да. Вот. Давай сейчас вот на максимум заведем. Но я громкости что-то у тебя совсем не слышу. А, я в наушниках просто. Ну давай. Да. Снимай наушники для чистоты. Так, слышно? Слышно. Вот. А Ну что, теперь давай. Ну. будем добавлять, вот. Так. Работает приложение клавиш. Я вот хочу, у меня тут... Вот. Очень хорошо все видно. Прекрасно. Ну и еще раз. Так, давай включим. Нажимай увеличение. Это у тебя F12, да? Да, F12 увеличить громкость. вот. А F11 уменьшить. Ну, все прекрасно. Вот, как говорится, и проблему твою решили, и пользователям показали, значит, очень интересную такую штучку, потому что действительно вещь это нужная, и многим, как говорится, пригодится. Кому эти команды, значит, нужны будут, остановят, сделают стоп-кадр, скопируют их и сделают себе то же самое.
Да, причем это у тебя Mint Cinnamon X-Face, ну а я то же самое нашел у себя, Linux Mint X-Face, а я нашел у себя на Cinnamon то же самое, но выглядит просто несколько по-другому. Переназначение клавиш, там менюшка, а все то же самое. Ну, в принципе, все то же самое, но выглядит чуть-чуть разобраться. А эту часть ролика Алексей сделал уже на Linux Mint Cinnamon, который мы ему поставили вместо Linux Mint XFCE. И тоже довольно-таки быстро разобрались, как и на Linux Mint Cinnamon назначать горячие клавиши. Так что вот эту часть ролика смотрите уже, как горячие клавиши назначаются для Linux Mint Cinnamon. Имеется в виду горячие клавиши управления звуком. Не назначено. Ну-ка, проверяем. XF86 Audio Low Volume. Вот горячие клавиши. Кликните для установки горячие клавиши. Ну так я кликаю. Так может быть вот здесь. А ну-ка попробуй здесь набери, да. Ну, понятно теперь, да? Да. Теперь увеличить. Заводи F12. Отключить звук. Ну, отключить, я не знаю, надо тебе это или не надо. Ну, на всякий случай поставлю. Потом... Ну, какую клавишу выберешь, смотря? Ну, отключить. Ну, хорошо. Ну, слава богу, как говорится, разобрались, значит, и с привязкой клавиш в Cinnamon. И быстрее это у нас получилось. Так, ну что, в принципе, я считаю, что... Да. Ну ладно, Алексей, я тебя поздравляю. Молодчинка, значит, как говорится, дошел до всего до этого. Поэтому, значит, если что, могу ли я, допустим, пользователям, которым вот нужна помощь именно вот в настройке вот этих вот клавиш громкости, отсылать на тебя? Да, конечно. Ну все, спасибо, Лёш, давай, удачи тебе и до свидания.